Здравствуйте, еду по улице Михалицына, это, по-моему, Артельный переулок. И здесь находится памятник, который я не помню, чтобы снимал хоть раз, но думаю, надо это сделать. Поэтому сейчас я его сниму, посмотрим на этот памятник Орловский. Там линия на Михалицына располагается. Остановка. Так, давайте подойдем к памятнику. Он небольшой, этот памятник. Но, тем не менее, почтить нужно его. А то хожу по Орлу, снимаю, действительно, фиксирую, как мне тут пишут разные вещи, малозначительные. Так, вот такой памятник. Воинам деревень Верхняя и Нижняя Щекотихина, погибшим в боях за Родину. И вот список воинов. Я так медленно на паузе, можно будет просмотреть. Лежат гвоздики. Памятник небольшой. Вот петунии вижу, растут. Но тем не менее. Он здесь стоит. И я его снял. Деревни Нижняя и Верхняя Щекотихина, это недалеко отсюда, располагаются. Сейчас они уже вошли в черту города. Вечная память героям, погибшим за свободу и независимость нашей Родины. Улица Михалицына. И там, если проехать, будет линия на Михалицына, и прямо будет перекресток с Московским шоссе. То есть эта дорога переходит, выходит на Московское шоссе, и где налево там будет там микрорайон, то есть северный район, а направо будет железнодорожный район, выход на вокзал, выезд. Вот. Там прямо находится Московское шоссе. Туда северный район, туда железнодорожный район, выезд на вокзал. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал. Дмитрий из Орла.